Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Мастер Лео. Сегодня у меня есть две новости. Одна из них просто гигантская, хорошая. Вчера мое видео новое уже набрало достаточно просмотров, поэтому я решила записать новое. О, Господи. Ну, такая... Моя первая матка оказалась очень сильно плодовитой. Не знаю, видно вам или нет. Да, видно. Но она отложила 7 яиц. Там она их носит туда-сюда. Заботится о них. Я сегодня покормила ее сахарным сиропом. Сиропчик. Ей очень нравится. О, видели? Она взяла его в зубки маленького будущего муравья. Она с ними гуляет. Это будет... Такая очень хорошая матка. Очень хорошая мама, которая сможет поднять целую колонию муравьев. Я очень рад, что вам понравилась эта тема, что она вам зашла. И поэтому думаю, что вы будете очень часто смотреть эти темы. Вторая тема сейчас. Вот в таком месте они у меня все хранятся. Да, вы уже заметили новую матку. Это такая же, абсолютно такая же матка. Не знаю, какая она. Ну, потомства у нее нет, почему-то очень плохое качество. Ну, она там что-то делает. Сахарный сироп пить она отказалась. Развожу я сахарный сироп вот такой банке. Там, развожу, им хватит. На 2 дня. Вот. Новая мальчика. Больше никаких изменений нет. Блин, бедная маточка. Ее все тревожат. Это... Не стоит этого делать часто. Не стоит тревожить матку каждый час. Каждый день. Ну, да. Я тревожу каждый день. Но просто без этого никак. Потому что я слежу за ней. Смотрю, не сбежали ли они. Мама сегодня еще одну матку на ковре поймала. А еще, прикиньте... Мама нашла паука-муравья. Там, короче, у него тело как у паука, а голова как у муравья. Я не вру, честное слово говорю, мы его видели. Вот. Как вы видите, все. Так, там что-то нажалось, теперь у меня... А, нет, ничего не нажалось. Но почему-то очень темно тут. Но моим маточкам это не нужно. Также накрываю я их вот таким листом сверху книжкой. Закрываю в шкафу. Вот таком. Всем пока-пока. До новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, приятного отдыха.